Всем здравствуйте, меня зовут Ирина. Хочу предложить вам поработать с животом. Если вы недавно родили ребенка или сидели на диете, и мышцы вашего живота имеют не ту форму, которую бы вы хотели, то есть очень простой способ. Давайте попробуем выполнить упражнение. Складываем руки перед грудью. Нужно надуть живот на вдохе. На выдохе нужно опустить ребрышки к тазу и сдуть живот, сложившись в нем. Потом, не дыша, на задержке, мы с вами поднимаем руки вверх, вытягиваем себя и начинаем работать передней брюшной стенкой. Надули, втянули, раз. Надули, втянули, два. Надули, втянули, три. Четыре. Вы подтягиваете к ребрышкам живот, как бы кверху немножко выталкивая, нечетное количество раз. Как только вы понимаете, что вам хочется вдохнуть, вы опускаете ручки, делаете вдох, полный выдох, ребрышки опускаем к тазу. И на задержке снова продолжаем работать животиком. Только старайтесь не вдыхать, не дышать. Это упражнение улучшит сжигание жировых отложений и улучшит выведение жидкости.